Всем привет, друзья, с вами Ниль Вгорн, это игра Terra Tech, и мы продолжаем играть. И прям забавно было в предыдущей версии, как все беспокоились, куда же столько ресурсов, зачем ты их бросишь? Ну и конечно же, ребят, я их перевозить не буду, это факт, потому что, во-первых, я не знаю, где будет моя база, возможно, она будет очень далеко, и поэтому я решил просто все ресурсы продать. Поэтому сейчас вот здесь вот тупо идет переработка всех ресурсов, то есть, ну и идет продажа этих же ресурсов. То есть давайте вот так вот установим, чтобы можно было вот так вот переключиться. Небольшая баска, которая занимается довольно-таки неспешно переобразованием, так скажем, ресурсов. Но хотя, в принципе, можно увеличить размеры этой базы. То есть мы просто здесь сделаем ответвление. Как видите, все равно работает сюда. И сделаем вот так вот, допустим, оп-оп-оп-оп-оп. Здесь на каждой стороне поставим по... Ага, да. Я такой типа попер... А, нет, 17 штук, нифига их. Так вот. Допустим, вот так вот. Да, и просто здесь напросто по одной такой структуре. Все. Отлично. Отлично. Шустренько получится, шустренько. Даже тут, как видите, намного быстрее справляется, как бы... Можно вот это убрать. Даже сюда, как видите, не успевает доходить. То есть здесь, в принципе, этого достаточно. Конечно же, хотелось бы больше, но тут уже сам конвейер не позволяет. Хотя можно просто еще одну такую же баску небольшую сделать, вот и все. Ну, в общем, вот так вот как-то. Так что ресурсы не пропадут. Заработай на этом хотя бы деньги. Притом не маленькие деньги. Вот сейчас 80 тысяч, посмотрим, когда в конце все... Все продастся, сколько я денег заработаю со всех этих ресурсов. Ну и так как я не нашел, не увидел нормального названия, которое бы мне понравилось или как-то зацепило, поэтому все-таки я оставлю название Pegasus этого устройства. Но есть небольшое изменение в нем. Вот здесь я убрал два винта и поставил две турбины, которые тянут устройство вверх. Тем самым нос по прямой, когда я лечу прямо, нос не падает вниз, а он медленно-медленно задирается вверх, что, в принципе, меня полностью устраивает. Поэтому, ребят, Pegasus, так я его и назову. И если вы захотите это устройство, ну, скачать, да, или как-то еще на нем полетать, то, ребят, набираем вот под этим видео 400 лайков, и к следующему видео я выкладываю под... Ну, в описании выкладываю этого Пегасуса. Ну что ж, ребят, последняя подготовка к взлету. Забираем черную дыру. И это будет наполовину все-таки поисковая серия, потому что, честно говоря, я не знаю, что мне найти, да, то есть, что я бы хотел найти, и поэтому мы будем искать. Ну вот, посмотрите, давайте выравниваем прямо и... Видите, вот... Очень-очень-очень медленно скорость набирает. Ой, не скорость набирается, а высота набирается, видите? Он даже, по-моему, он даже снижается. А, нет, вот пошел. Нет, это уже... Да, он даже очень медленно снижается, оказывается, получается, да? Прям вот медленно-медленно, сейчас приподнимается. Или у него вообще ровно... Смотрите, ровно летит, 200... Вот реактивные двигатели сработали. Сейчас... Вот так вот, ровно 233, посмотрите. Идеальный баланс. Идеальный баланс. Вот 232, 231. Ну, вы видите, ребят, он просто летит ровно. Так, от чего вообще на самом деле отталкиваться? От чего отталкиваться, какую базу искать? Конечно, вот идеальное место, кстати. Вообще, ровная поверхность, да? То есть мы... Вот это горы, ребят, посмотрите. Здесь я еще краешком увидел, смотрите, трамплин, да? Вот это гора. Вот это, ребятки, гора. Вот это потрясающе. Очень круто, на самом деле. Выглядит прям массивно. Но есть небольшой минус этой горы в том, что... заехать на нее будет тяжеловато. Но, в принципе, очень прикольная гора. Я так вам скажу. Блин, давайте я поставлю здесь метку. И может быть мы... Вот так вот сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет, переборщил со скоростью. Давайте попытаемся приземлиться. Самый прикол, что здесь даже получается такая... Вот видите?
такая взлетная полоса в какой-то степени, да? Конечно, бы чуть-чуть побольше вот такую гору, но... Ты серьезно? Ты серьезно? Давайте попробуем. Мы сейчас знаете, что сделаем? Стоп, нет, не то. У меня... А где мой... Я не понял, ребят. А где мой... Черт, уходим. Где мой хомяк? Я... Сохранения нету. Я в шоке, ребят. Хомяк пропал. Я сохранялся, серьезно. Я честно сохранялся. Во-в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 о. Вот это вот... Это не стоит так делать. А то я здесь просто... Из-за того, что местность очень неудачна, я не смогу взлететь нормально. Давайте вот где-нибудь здесь пока застынем. Так вот, на горке, на горочке. Все, тут успокоит. Так, хотя стоп. Хомяк, может быть... Может быть, он как-нибудь не в списке. Хотя, хирург, видите, нет. Я думал, может быть, он, ну, как сказать, по азбуке, да, но Мираж, Пегас, Гермес тут, Арес. Он должен быть вот вместо вот этого, а здесь... Странно. Он вместо вот этого устройства должен быть, ребят. А он почему-то... Да, я могу, конечно, вот такую штучку призвать. Могу такую призвать. Здесь, конечно, нет у меня большой вентурского топливного бака. Подраться с этим, но, честно, такое. Поэтому я сделаю по-другому. Давайте вот так вот. Поставим вот так. И поставим радарчик здесь. Вот так вот. И тем самым, в принципе, можно даже координаты просто записать. Так, дальше. Вообще, я, наверное, буду от магазина к магазину летать и тем самым, ну, как бы искать место. То есть вокруг магазина все-таки хотелось бы, чтобы магазины были поблизости, потому что мне довольно-таки еще много и квесты выполнять. Но вот здесь вот, ну, обычное место, да. То есть я не скажу, что здесь просто что-то такое интересное. Хотя, ну, нет. Давайте дальше полетели прям. Вот не знаю, куда-нибудь сейчас прилетим. Посмотрим. Да, вот площадочка прикольная, да, то есть вот место для базы тоже неплохое. Но хотелось бы что-то такое интересное найти, да, что-то такое, я бы сказал, уникальное, наверное. Вот прикольно тоже, тут рядышком горы такие, да, вот здесь вот. Хотя на самом... Вот возвышенность какая-то. Воу-воу-воу, это что такое... Ух, это сейчас что такое было, ребят? Вы видели? Вот. Это что? Что? Стоп. Это что такое? Это что за биом, ребятки? И это реально какие-то штуковины? Что это за биом? Я такой не видел. Вот это гора. Очуметь. Я такой биом еще не встречал, ребят. Смотрите, а вот это что такое? Это цветочки, да, такие? Очуметь. Да, вот из них как раз таки и выстреливает. Блин. Круто, черт возьми. Взлет. Шух. Здоровенная гора. Ну, эта гора уже была, я такую уже видел. Взлет. Шух. Так, ну-ка. Вот там вот я, по-моему, еще какой-то биомчик видел. Вот где-то вот здесь вот рядышком. Вот, видите, кристаллы такие торчат. Это ресурсы, что ли? Стоп, это... Я должен проверить, ребят. Так, давайте попытаемся приземлиться. Очуметь, это серьезно ресурсы? Блин, ну давай, немножко еще развернись. Давай вот так вот. Давай, залезай. Вот у меня есть пулемет, этого достаточно будет. Давай. Да, это ресурсы, ребят. Ха!
Вот это интересно, такой биомчик я чего-то еще ни разу не встречал. При этом при всем, посмотрите, вот на каждой такой штуковине есть по ресурсу. Офигеть, я реально в шоке чего-то немножечко. Так, давайте перезарядим двигатели, развернемся как-нибудь мне сюда вот. Наверное, вот здесь вот легче взлететь. Надо ровную поверхность. Пошел, пошел. Да давай, включайся, все отлично. Очуметь. Я немножечко в шоке. Это просто какая-то. Он еще, видите, вот эти вот взлетают вверх такие вот штуковины. Необычно. Очень необычный биом. При этом он небольшой, как видите, да? То есть. Очуметь, конечно. Просто очуметь. Так, ну ладно, давайте преодолим, не знаю. Куда-нибудь вот туда вот, допустим, полетим. О, вот, есть магазинчик, увидели. Давайте к магазинчику. Я немножечко, ну, не то что в шоке, но необычно же, да, очень необычно. Такая, знаете, как тайное место, да, какое-то. Или что-то типа такого необычного, какого-то секретного места. Как будто бы было найдено, да. Вот что-то типа такого. Если там, хотя можно было проверить, ну ладно уже. Если там каждый ресурс является источником ресурса, то это, конечно, просто кладезь. Прям, знаете, как копия царя Соломона, наверное, какие-то или что-то типа такого. Очень много вот соляной пустыни на самом деле. Видите, как вот как-то мне везет на соляную пустыню. Хоть я изначально вроде бы в ней не летал, но все-таки. Ладно, давайте я еще немножечко за кадром полетаю. Так, ребят, вроде бы еще нашел неплохое место, но, по крайней мере, мне так кажется. Сейчас давайте я вам его покажу. Это вот такая вот огромная площадка получается, да? То есть, прям вот я бы сказал, очень большая. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы эта площадка полностью была окружена вот таким вот, ну, вертикальным, так скажем, склоном, да? Но раз такого нет, то, как говорится, будем надеяться на то, что и это подойдет. В принципе, единственное, огромный ее плюс, это то, что она большая. Но это не конец. Я сейчас здесь поставлю, конечно же, меточку. И, наверное, мы еще полетаем, потому что, ну, я хочу поискать еще подобные склоны. Вдруг мне повезет, и я найду что-то, что-то прям очень-очень интересное. То есть большой такой вот склон, но прям с вертикальными, допустим, стенами. Плюс здесь мне нужно перезарядить мои батареи, потому что, как видите, ну, все не очень хорошо с батареями. Так что вот как-то мы быстренько. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот как-то так. Ну и базу, конечно же, мы построим на основе также радарчик. Чик-чик, все. Этого будет достаточно. Ну и дальше в полет. О, ребят, вот буквально недалеко отлетел, и вот это меня больше устраивает. То есть больше таких склонов, ну то есть база получится, знаете, на возвышении, прям крепость. Можно будет возвести какие-то стены, да, вот на периметре вот этого склона, так скажем, да. То есть плюс еще, так скажем, взлетная полоса получается в какой-то степени, да. То есть здесь рядышком еще вот такой есть склончик. Блин, круто, вот такие мне склоны нравятся. То есть здесь, нет, здесь маленькая, да? Еще раз вот давайте развернемся сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И вот посмотрите, довольно-таки. Оп-оп-оп-оп-оп. Черт. Черт. Я даже падаю. Падаю, парю при этом, при всем. Ну-ка, вот без реактивных двигателей, конечно, я не смогу взлететь. А нет, взлетел все-таки. Нормально, отлично. Просто разгон намного дольше нужен будет. То есть, представляете, вот здесь вот можно будет по периметру сделать. Вот с этой стороны точно не залезть, значит, здесь вышки не нужны. Тут можно так прямо вот так вот. И места много, ребят. По-моему, я нашел. По-моему, я нашел себе вот домик, да? Плюс рядышком здесь я вон вижу гейзеры. Вот гейзер, как минимум хотя бы один. Один мне обеспечит зарядку моих батарей даже ночью. Просто можно будет источник более мощный сделать. То есть по этому периметру можно будет прям стены сделать. Вот еще источник. Вообще шикарное, по-моему, место. То есть и места много. И смотрите, и есть такой довольно-таки пологий спуск. Ну то есть легкий, да, то есть для какого-то транспорта. То есть вот здесь вот спокойно можно съезжать, допустим. Вот здесь вот. Вот.
ну или здесь где-нибудь, да. И при этом, при всем, есть такая обрывная часть, на которой можно, знаете, как сказать, как орел, орел со скалы так вух, пошел, да. И типа так, блин, классно, мне нравится очень место, ребят, прям вот серьезно. Наверное, здесь я и буду развиваться, но это уже будет не в этой серии, и постройке базы я уделю целый стрим, может быть, если получится построить именно во время как бы всего стрима, потому что мне все-таки, скорее всего, придется добывать еще какие-нибудь ресурсы, ну хотя почему, сделать можно долгий стрим, так что, ребят, этому будет уделен целый стрим, поэтому приходите на стримы на Твиче или на Ютубе, как вам удобно, желательно на Твич, там и удобнее смотреть. Ну и приходите, подписывайтесь, если вам понравился и мой канал, и это видео. Ну и жду вас всех на стриме на ближайшем по Terra Tech. Следите за анонсами в группе ВКонтакте, ну и просто заследите за каналом. Всем всего, удачи и пока.